капитан, видите эти столбы? Да, вижу. Так думаете, что это? Сержант Дэвис, я рейнджер, а не археолог. Принято. Акс, чё? Что слушаешь? Джорджа Джонса. Что еще за черт? Стивен, ты не как в лесу живешь? Да, не завидуй. Черт, Маршал, ну у тебя и рефлексы. 15-е за сегодня. Убиваешь их? Пленных не беру, Дэвис. Линк, что ты нашел? Это отряд Браво. Следы обрываются здесь. На чем передвигался отряд Браво? Усиленный джип и МАТВ. 10 тонн бронетехники. Просто взяли и пропали? Босс, у нас тут кое-что есть. Приближается. Прямо по курсу. Откуда это взялось? Внезапно появилось. В последнем сообщении отряда Браво говорилось о буре. Враг ставит завесу. Засада, как в Гельменде. Не будем выяснять. Боевая готовность. Если наши враги прячутся за бурей, тут может стать очень жарко. Принято. Маршал, что ты делаешь, бро? На случай, если оторвет башку. Опознают по ботинкам. Серьезная тема, каброн. Сука! Твою ж мать, очень близко! Линк, ты раньше видел такие молнии? Нет. Никогда. Но в этой металлической коробке, держа в руках металлическое оружие, мне вполне комфортно. Дэш, прямо по курсу. Посмотри на столбики. Где это вы, черт возьми? И куда пропала буря? Что это только что было? Эй! Ребята! Вы в порядке? Жить буду! В нас ударила молния? Стиллер, ты в порядке? Лучше не бывает. Откуда взялся этот песок? Все это странно как-то. Что это за чертовщина? На карте не отмечены ни дюны, ни горы. Согласно ей, до ближайшей дюны 20 километров. Как такое возможно? Где мы, черт возьми? Как нас отбросило так далеко от дороги? Не знаю. Акс, заберись на дюну, нам нужен наблюдательный пункт. Есть, босс. Стиллер? Старушка еще на ходу, бывало и хуже. Маршал? GPS поджарился, босс. Радио и спутники тоже. Сигнала нет. Даже компас у хана. Все из-за молнии. Что будем делать? Ориентироваться по солнцу. Нужно вернуться на базу. Пойдем пешком, если нужно. Идти придется долго. Пройдем сколько нужно, пока не будет связи. Потом запросим поддержку у АВАКС. Они пришлют вертушки. Отлично. Снова в деле. Босс. Отправляй. Вы должны это увидеть.
усиленный джип и МАТВ. Это отряд «Браво». Строй клином, идем. Как с ними поступим? Как будет связь, вызовем... Пулеметы! Я так не думаю. Не видела, чтоб так обгорали от огнемета. Даже напалм так не спалит. Мэм? Это стекло. Стекло? Расплавленный песок становится стеклом. И как расплавить песок? Не знаю. Теперь точно моя зарплата того не стоит. Похоже, они отбивались. Слишком много гильз. Но у них не получилось. Я не вижу тел. Может, они забрали погибших с собой? Я уже такое видел. Да, в этом-то все и дело, правда? Линк, что видишь? Ничего. Никаких следов. Кто бы это ни был, следов не осталось. Нам нужно идти. По машинам! Темная звезда Соколу, темная звезда Соколу, прием! Проклятие, из-за молнии не работает вся электроника, да? И не только она. Ты о чем? Что-то тут не так, здесь все неправильно. Та молния, она что-то с нами сделала. Капитан знает, что делает, так ведь? Это ведь кости динозавра? Я... Враг прямо по курсу, 300 метров! Прекратить огонь! Прекратить огонь! Что происходит? Это просто мел. Шеф? Смотрите, сзади! Что это за чертовщина? Линк, обратно в машину! Дэш, Стиллер, давай, давай, давай! Оно преследует нас!
застрял! Уходи отсюда! Ни за что! Раз! Твою ж... Два! Три! Огонь! Давай руку, быстрее! Дэш, ну же! Я пытаюсь! Филлер! Получилось, получилось! Маршал, машину! Вперед, здоровяк! Давай руку! Давай внутрь! Назад! Назад! В укрытие! Капитан! Давайте! Вперед, босс! Закрой рот, сержант Дэвис. Господи боже, мы тут погибнем. А ну захлопни пасть, солдат. Это приказ. Ты видел, что случилось со Стиллером и Аксом, Дэш? Слушай, у меня три. У тебя? Что? У меня три магазина. Да какая разница? Вы видели эту тварь? Разница есть, мы солдаты. И именно так мы поступаем. Мы сражаемся, я права? Рейнджеры всегда впереди. Вы со мной? Всегда, босс. Да вы с ума сошли. Да плевать мне на то, что это была за тварь. Займемся тем, в чем хороши. Будем сражаться и выживем. Во что бы то ни стало. Понятно? Да, мэм. Да, мэм. Понятно? Как дважды два, мэм. Итак, у меня осталось три. Что у тебя? Аптечку. Массаж сердца, маршал. Начинаю. Поздно. Херня. Я не дам тебе умереть. Давай. Больше нет. Ничего не знаю. Давай еще. Мне жаль. Твари на подходе. Уходим. Нам пора уходить. Они повсюду. Мне жаль. Старшина. Линк. Все за мной. Надо уходить. Назад, назад. Thank you.
нашел! Ходу, ходу, ходу! Нет! Ты жива? Линк, что такое? В чем дело? Боль в груди. Не чувствую руку. Это может быть яд. Мы с этим разберемся. Давай, держись. Уходим отсюда. Вот так. Господи. Капитан! Отлично, осталось немного. Идем. Не могу. Я посмотрю. Дай посмотреть, что там. Уходи! Господи! Боже, Линк, нет!
Ты должна уходить! Чтоб вас. Чтоб вас! Я вернусь домой.
Отцепись от меня! Неплохо устроился.
как тебе такое? За тебя. Ах ты мелкий ублюдок. А может быть так? Да, испугался? Уже не так смешно. Я убью тебя. Подтягивайся! Наверх! Держи! Я тебе не враг. Погоди, стой. Подожди. Секундочку. Вот, смотри. Держи. Еда. Еда. Вот, возьми. Дай покажу. Вот так. Смотри. Как вкусно. Вкусно, правда? Ух ты. Эй, помедленнее. Ладно. Вкусно. Это шоколад. 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 Да, шоколад. 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 Шоколад! У меня больше нет. Нет, больше нет, нет. Смотри, видишь? Ничего, прости. Господи, спасибо тебе. Боже. Спасибо. Эй! Погоди! Ты куда? Стой! Я и ты. Идем туда? Да. Да, молния. Думаю, она перенесла нас сюда. Мне нужно туда. Мне нужно домой.
Монстр все еще там. Диаблос. Диаблос. Слушай, там. У меня есть оружие. Диаблос. Что? Что? Нет. Мы туда не вернемся. Нам нужно туда. Диаблос. 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 Нерс цела. Диаблос. Мы отравим его. Умник. Чтобы убить монстра, нужен монстр. Но как мы раздобудем его? Что? Раз приманкой будешь ты. Рейнджер. Это я. Охотник. Охотник. Рейнджер. А? Охотник. Точно. Липучка. Липучка. Да. Липучка. Липучка. Ладно, хватит. Достаточно. Хватит уже. О, черт. Они очень хотят к нам. Это твоя семья? Гессен. Гессен? Ты еще увидишь их? Вернешься домой? Домой? Мне жаль.
сделаем это. Неважно, идем. Готово! Должен был рассказать об этом. Нельзя так поступать с людьми. В любой момент.
Давай же. Присмотрите за ним. Пожалуйста. Ух ты! Абсерос. 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 Ага. Да, поняла. Они едят траву. Вода. Вода. Приманка. Приманка? Тебе смешно? Знаешь, что я сделаю, когда ты снова будешь умирать в пустыне? Ничего. Пахнет вкусно. Поймай цефалос. Сейчас я готов съесть все. Домой. Да. Мой путь домой, надеюсь. Шоколад. Шоколад. Вкусно. Что это? Ладно. Шоколад. Нет, 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 нет. Шоколад! Точно не он.
Что происходит? Радалос. Ты уже это говорил. Что это еще за Радалос? Как представление? Мой друг сказал, что я все неправильно понял. И что я должен извиниться. Сильно не обольщайся. Почему заковал меня? Чего ты боишься? Твоего мира. И того, что он сотворит с моим. Ты не первая, кто пересек границу между мирами. Были другие. Очень давно. Поэтому ты говоришь на моем языке? Я изучил его. Что со мной случилось? Как я попала сюда? Полагаю, что ответ, который мы ищем оба, находится там. На самой вершине горы стоит небесная башня. Обломки древней цивилизации. Очень развитой и очень опасной. Говорят, что древние знали, как перемещаться между мирами. Я верю, что небесная башня служит именно этой цели, и она привела тебя сюда.
Что случилось с этой древней цивилизацией? Они уничтожили себя. Погибли от своих технологий. Ты думаешь, что к этому причастен мой мир? Предполагаю. Открытый проход между нашими мирами вызвал катастрофу. Я намерен сделать так, чтобы это не повторилось. Мы направлялись исследовать Небесную башню, когда нас настиг Диаблос. Там наш друг и потерялся. Нужно было подлатать раненых и отремонтировать корабль. Но теперь мы готовы возобновить миссию. Древние поручили охранять свои технологии самым свирепым созданием — Раталус. Их почти невозможно убить. Они уязвимы лишь секунду, перед тем, как изрыгнут пламя. Если поможешь нам добраться, может, мы поможем тебе вернуться. В чем дело? В твоем мире нет котов? Эй! Ты опять пил из моей кружки? Выходим на рассвете. И не опаздывай. Ненавижу ждать. Мы думаем, что лава подпитывает всю башню. Она контролирует бурю. Верно. Она открывает проход в твой мир. Кажется, он нестабилен. Вперед. Готовься. И помни, уязвим перед тем, как извергнет пламя. Thank you.
живо! Все хорошо! Хорошо! Теперь вы в безопасности! Приведите врача! Капитан Артемида? Поднимаем на борт! Наверх! Вперед! Вперед! Капитан, мы искали вас. Что на ней за доспехи? Сокол, прием, это Красный Волк. Установили контакт с темной звездой. У нас единственный выживший. Повторяю, единственный выживший. Район под охраной сухопутных войск. Это Красный Волк. Капитан, вы слышите меня? Вы меня слышите? Капитан! Капитан Артемида! Где остальные? Мои люди? Да. Где члены отряда Альфа? Вас понял. Нас атакуют!
нашей частоте какие-то помехи. Господи боже. Друг мой. Да, я все еще тебя не понимаю. О, да. Спасибо. Нет.